Давай еще чуть-чуть! Вампир, еще чуть и все! Всем привет, друзья! Вы на канале Мишаня 2.0. Я Папани, и давайте сегодня круто сыграем с нашими подписчиками. И у нас будет крутая игра. Допустим, Барли против Тиков 5-5. Давай, Барли, розу мочи! Да что ж розы такие сильные? Валера, закидывай! Уходи давай, Валера! Закидывай ее своим молотом! Еще раз, давай, закидывай! Их эти крепкие розы! Какие крепкие! Читер, 707 играет за Барли! Леон за розу! Давай, закидывай ее! Лови ее в ловушку, давай, еще чуть! Есть! Капец! Затимились, отлично! Пошли дальше! Три розы против 2 Барли! Три розы против 2 Барли! Давай, закидывай их! Давай, Роза! Смотри, что происходит! Роза либо Барли! Давай, Розу, и чуть-чуть! Е, зажали! 2-2! 2-2! Класс! Капитан! Кто выиграет, Барли либо Роза? Круто идем, пацаки, круто идем! Отлично! Идем, Валера! Читер вдвоем! Розу мочи! Давай, слизь пошла! Три игрока, еще одна роза осталась, которую надо замочить. Давай еще чуть-чуть. Вампир, еще чуть и все. Барли выиграли. Класс. Что творится? Ничья. Чуваки круто выиграли. Классно. Вот это класс. Мне понравилось. Сейчас будем тимиться. Джеки, верхний ряд. Ниж будет роза. И посмотрим, кто кого выиграет. В этот раз нам повезло, и Барли выиграли. Замечательно было. Я, если честно, переживал. Валера с читером вытащили. 3-2, потом 2-2 и 2-1. И Роза сдалась, и в конце победила дружба. Барли вытянули. Изначально Розы, конечно, шли хорошо. Я даже, наверное, 5 секунд не продержался, как они начали тащить. Давай, Розы! На тебе, Роза! Спряталась. Роза спряталась. Джеки. Оп. Ко мне, детка. Поражение. Наш тег клуба. Пожалуйста, заходите. Любые желающие. Главное соблюдать правила клуба. Не обзываться, не ругаться. Ни с ником, с плохими не заходить, с матюками. И, в общем, все будет хорошо у нас тогда. Итак, Роза против Джеки играем. Джеки пока тут большинство, они тут выигрывают замечательно. Джеки, это весело, это просто супер весело получается, ребята, класс. Вот это катка. 4 бойца, одна роза спряталась в кустах, я ее только вижу. Я ее вижу, ребята. Давай мочи ее, пельмешек остался. Ну, получится ли у пельмешика выиграть? Получится? Давай. Держи, Роза убегает, ну? И что дальше? Иже? Давайте, где? Почему вы ее не трогаете? Давайте ее мочите. Ульту уже Роза набила. Рот вдвоем, Джеки, Роза, кто? Ого, Роза выросла. Роза, да как вы так допустили? 1-1. 21-73 против Розы. Пельмешек, Роза выигрывает. Роза тут была сильнее, ребята. О, Аль Примо. О, боксер маленький. Смешно так бьет, если честно. Спасибо. Да я ухожу. Нет, не иди. Улетай. Ай, блин. Я заговорил. Да я не в ту сторону улетел. Итак, друзья, на арене 6 бойцов осталось. Эль Прима против Розы. Читер уничтожает Розу. Тут Роза увеличилась в размере. И пельмешек прибил читера 777. 4 бойца осталось на арене. Эль Прима. Сколько у нас ребят всего? Один Эль Прима, одну Розу вижу. Все остальные снекались. 2 Эль Прима. И третий, четвертый, кто у нас боец? Ребята, внизу еще есть ящик, кто хочет, забирайте.
Ого-го, двое на одного, двое на одного. Давайте, пельменчик вытащит, либо нет. Отлично, Виталик, будем рады. Давай. Розу подкинули и мочит она кусы, создает. Столкновение пошло. И кто же выиграл? Пельмешек второе место, Эль Прима оказались чемпионами, друзья. Лайк и подписка. Это было круто и интересно. Друзья, подписывайтесь на канал Мишаня, ставьте лайки, пишите свои комментарии, нажимай на колокольчик, пускай твоя красная кнопочка будет серенькая. И вступай в наш клуб в Бравале. Клуб называется Папаня. До новых встреч. Пока-пока, амиго.